Так, ребята, сегодня будем играть в Street Fighter. Я решил сыграть, потому что в игре есть еще глюки, я их пока исправляю. Я-то эти глюки знаю, а вы этих глюков, естественно, не знаете. Сейчас музыку погромче, наверное, сделаю. Вот. Так, поэтому я буду показывать пока что без глюков. Поставим Turbo AY. Моды можем поставить... Off уберу. Чем отличаются турбомоды off от турбомоды on? В турбомоды удары проходят достаточно быстро, и после ударов нет паузы. А когда турбомоды выключен, после каждого удара есть пауза. И иногда это достаточно смачно, чтобы ощутить, знаете, как вот ударил, а произошло замедление как бы кадра в этот момент. Вот так это работает, да? Тут есть Redefine Case, он уже все работает. Вообще все, по менюшкам все работает, сама игра работает. Не работает только некоторые супер-удары, поправить несколько хитбоксов надо у ребят и настроить правильность этих суперударов, потому что я Street Fighter играл только в детстве, и я уже не помню, как там надо правильно. Для начала я покажу, что умеет Чан Ли. Для этого я выберу за двоих игру, чтобы просто суперудары, да, поиспользовать и немножечко объяснить их. Так, возьмем Чан Ли, а второй будет у нас, допустим, Кен. Музыка, кстати, 6 каналов. Спасибо, Нико. 6-канальный AY здесь полноценно играет. Вот, я играю Чан Ли. Простой удар. Ну, понятно, рукой, да? Средняя нога есть. Игра, сразу скажу... Нет, потише чуть-чуть все-таки сделаю. Игра сделана под трехкнопочный сеговский джойстик. Для TS-конфы это вообще стандарт. Средняя нога. Удар с развороту. Сидя. Удар рукой. Удар, простая подсечка. Подсечка с развороту. Соответственно, в прыжке удар рукой есть. Такой вот удар есть. И вот такой удар есть. Ну, блоки, соответственно, все тоже есть. Теперь, что интересно. Удар с развороту может биться... Блин, извиняюсь, что-то орать аж приходится. Удар с разворота может биться на месте, а может биться, если нажать вперед и удар с разворота кнопочку, то смотрите, получается подъезд. Видите, как бы проезжает вперед. Иногда это очень удобно, как атакующее движение делать. По-моему, в оригинальном Street Fighter такого не было, но я решил эту фишку добавить, да? Так, что еще у нас есть? У нас есть комбо. Как бьются комбо? То есть можно обычный удар ударить, а есть определенная комбо, которая нужно уметь пробивать. Вот сейчас я попробую его пробить. Тут как в Mortal Kombat немножко. Да блин. О, это было комбо. Вот эта серия ударов, видели? Допустим, вот Кеном попробуем просто ударить, а попробуем пробить комбо. О, отлично. Комбо пробилось. Прошу заметить, что я также сделал... Ой, сейчас, извиняюсь. А кто выиграл? А, ну понятно. Я выиграл. Так. Также я здесь сделал параллакс эффекты в 256 цветов. Все работает. Видите, на Луну обратите внимание. Вот мы ходим, да? Все, в игре есть параллакс эффекты. Так, что еще? Поскольку я буду играть за Чан Ли. Чан Ли, конечно, без своей супер ноги это не Чан Ли. Вот она может вот так вот делать. Видите? Супер ногу бить. Что еще у нее есть? А, Адукин. Да? Еще вертушка есть. Хорошая штука. А, броски есть. Вот, бросил. Ну, Чан Ли, она так бросает, как бы на одном месте. Другие ребята, вот, например, если я Кеном ее попробую брошу, смотрите как. Опа! Он через себя перекидывает. Вот, кстати... Вот, видите, Адукин кидает. Ладно, все. Я показал примерные удары, что может Чан Ли, и теперь начнем, собственно говоря, саму игру. Thank you.
Round.
You win! Round one, fight! Round two, fight! Round one, fight! Round three!